Здорово, народ, вы на канале Арти, и как вы поняли по названию, но не поняли, что здесь происходит, это Heroes of Storm. Да, я решил туда вернуться. Почему вернуться? Потому что я играл в нее очень-очень давно, пару лет назад точно, усиленно играл. И сейчас хочу возобновить стримы по этой игре, ну и, возможно, разбавить свой YouTube-контент записями игр, возможно, еще чем-то по Ходсу. Поэтому, это Ходс, это... Первая моя катка, наверное, после возвращения. Я надеюсь, вам понравится и будет интересно. И вы прожмете свой лайкусик и напишите какой-нибудь комментарий. Вам спасибо за просмотр и за актив. И погнали смотреть. Так, будет замеса у нас или что? Или я пошел на низ фармить? А чё такой луч медленный-то, алё? Мне как, мне больше скиллами накидывать нужно? А, все, понял, как работает, все. Ой-ой-ой, хорошо как. Все, сжигаю его, сжигаю нахер, убивайте его, убивайте, я вас сейчас сожгу. Азмодан пушит, я понимаю, брат. Понимаю. Бомчик. Я сожгу, братан. Хорошо. Короче, мне надо на низ, наверное, идти, да? А, все, на низ этот пошел. Да. Не забывай же, да, зачем? Тихо, 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 меня превратили. Ага, понял. Все, все, понял, понял, понял. По кулдауну, да, короче? Ходс чаще играешь. Сморг, мне кажется, я для тебя идеальным стримером становлюсь, дядь. Придется, по ходу дела, этот, ну, как бы, продлевать подписку подаренную. Ты и Форт у меня смотришь, в Ходс играешь, который я тоже решил поиграть внезапно. Так, армия преисподней. Продлишь мне? В смысле, ты че, блин? А нормально то, что я на миду стою, здесь нет? Не, ну, нет такой обязаловки, что типа я, играя на дальнике, должен где-то внизу стоять, допустим. Блин, как же я дамажу много. Бумч. Ой-ой-ой, а чё их так много-то? Блин, да что за защита? Можно не кидать ему эту фигню? Да-да-да, я понял, я понял. Все нормально, парни, все нормально. Все, зажгли лапки, побежали. Побежали захватывать. Маны у меня, правда, мало. Торвальд прилетел. Я постоянно ешку юзаю в этого, в Диабло, а мне нужно кого-нибудь помягче взять. А то я чувствую дури в ней миллион. Вот типа в него. Как же мне больно. Что у нас по хилу? Нормально все? Ну, просрем сейчас. В смысле отступаю, иди дерись. Как мне озвучка? Я считаю то, что в играх от Blizzard лучшая озвучка вообще, ну, в играх, которые я вообще слышал. Понимаешь? Так, а что мне сейчас скачать? Подожди.
Кто же соберет достаточно даров на этот раз? Это для кого он поставил? Сейчас кто-то... Ага. Тихо-тихо, маленький. 5 сфер прокачай. Искусство хаоса, в смысле? Окей. Okay. Офигеть, они как бьют, конечно, больно. Таурку. Да, пошел вход, ничего себе, прикинь. Сейчас замес будет, а я здесь трусь. Ой, я вот это в чат сижу, смотрю. Ага, понял, понял, понял. Бумч. Понял. А помощь-то будет? Ой, блин, вот, блин, то, что он сбивается так легко, это, конечно, такое себе. Ой, хорошо, парни. Уничтожаем. Вот для молодых? В смысле? Не понял. Так, а чё я качаю? Вторжение или чё? Пушим. Ребятушки, пушим. Фонтан тоже сломаю. Да я что-то не вижу, что в моем советуют, если честно. Пучину советуют. Усилить сферу разрушения. Не, давай армию. Хочу армию рубак. Захватывайте, алло. Че, зря стоим, что ли, щелкаем тут или что? Нормально, нормально, нормально. Еще и этот забрали у них кемп. Хорошо. Чекает. Че ты чекаешь своим орлом, ё-моё? Кидай ульту в объектив. Блин, он прям пушер. Я вот пушерами только этой Сильваной постоянно играл. Прям из жутких пушеров. Но она сейчас не такая крутая, да? Тихо-тихо. Вот сейчас, видишь, сейчас ульт понадобится. А ты говоришь, юзай. Блин, вот мне Ешка не нравится его. Ну, типа, она нормальная, но ее очень легко сбить, законтролить. Надо сзади стоять, короче. Что ты делаешь? Офигеть. А чё он так больно бьет-то? Он еще и шарит, да? Блять, нажал случайно. Японский городовой. Чё, это все из-за вас, блин. Случайно нажал, ём, нажимай, говорит, нажимай. Я и нажал. То призывайся, крипчик. У них Мурадин хорошо играет, короче. Прям хорошо играет, я так смотрю. Это было... Потащил.
Анимация, конечно, здесь забавная. Бонусный урон исцеляет. Во. Я не знаю, поцелуй прокачать, да, получается? Натиск все-таки, да? Не Мурадин, как его там? Мердин. Вот этот. Ну, короче, саппорты. Который порталы ставит. Да, все. Ладно, все, взял. Все, не души, Астеринус, не души. Сейчас будет замес, сейчас юзну все, что можно. Ай, блядь, ультанул. Все, габелла мне. О, господи, что за урон у него. Больно, блин. Что-то демоны мои чисто для пуши, да, по-моему? А, ой-ой-ой, вот это нормально он дал. А именно для файта, по-моему, такое себе. Не лучший выбор. Со вселенной Вова знаком. Слушай, я в Вов играл, но играл очень мало. Я пришел в World of Warcraft, когда стартанула Пандария, поиграл 4 месяца и скипнул. Пока играл в Пандарию, мне дико все, естественно, заходило. Я прочитал, короче, 4 или 5 книг по Варкрафту. Но это было так давно, что, наверное, я со вселенной Варкрафта очень плохо знаком. Я лучше так скажу, чем буду говорить, что я хорошо знаком со вселенной, шарю, там, типа, пипец. Ой, спасибо, Welcome, я чек. Я сразу на трон играл в WoW. Не, ну я в Warcraft до этого играл, естественно, в старый. Я имею в виду вот про такое более современное время. Задача выполнена, чревоугодие. Ля, что-то выполнил, чат. Нормально это? Медив, да, у них медив. Ура, ходс. Блин, я хочу позаписывать катки, поиграть в ходс подальше, побольше, поучиться. Может в рейтинг пойти. Ваша команда проклята. Чат, блядь, за вас все. Кинул кухана демона, вся игра. Понял. Играл Зулом. Блин, я кем только не играл. Просто я в него играл, знаешь, когда? А почему он не пошел убивать-то? Типа, я в него играл, когда в нем было крайне мало героев. Не, может быть. Я жалею, что я с Пандарией начал играть. Лучше бы я, ну, подольше бы поиграл бы с другого какого-нибудь патча, пораньше точнее. Ну что, издеваешься, что ли? Попадаешь. Не, ну понятно, как он попадает. Как говорится, легко и просто. Это я кидок, конечно. Здорово. На Shadowlands? Не. Для меня сейчас Warcraft крайне скучен, если честно. Ай, скипните с меня эту фигню. Все, пушим. Мне надо подальше стоять. Малтейли играл? Не, на Малтейли, наверное, не играл еще. Не помню я пока. Не помню я, чтоб я на Малтейле играл. Просто я его... Он лопнул, просто жесть. Короче, хочу Диабло еще погасить. Он что-то вообще ничего не боится.
Сейчас есть желание, знаете что, не с серией со вселенной Варкрафта познакомиться, а со вселенной Диабло. Я, собственно, поэтому и купил третью Диабло и хочу ее хотя бы сюжетку пробежаться. Мой гнев. Ты шо? Блин, а почему он не пошел-то, ё-моё, не отошел? У него там дефа столько, что капец. Что Габелла нам сейчас придет. Демонов распилили за секунду. Здорово, не знаю. Да нет, слушай, есть в пати желание, просто видишь, я же говорю, мне интереснее пообщаться с чатом, чем в пати поиграть. Наверное, в этом вся проблема, да? Офигеть. Жесткий, не, он хорошо играет, слушай, мне нравится. Да, да, без проблем. За пару пятихаточек. Ты что тут делаешь, дядя? Хорошо. Все, текаем с городу. Блять, через таврку. Ладно, сейчас мне. Ай, блять. Пати без войса можно? Можно, конечно. Не проблема. Крипчик, блин. Надо было за ворота закинуть медива бы. Ну, может быть, да. Может быть. Не, у нас вроде ничёшная команда такая. Вроде бы ничёшная команда. Но медив у них очень хорошо играет. Да, валет, за жучьего отца. Жучий отец, ё-моё. Ультимейтом гордость советую брать. Понял. Все, братанчик, минус. Как бы оно ни было. Блять, вот это... Ешка, конечно. Вот Кьюшка очень нравится. Нравится, прям. Отличное убийство. Разошелся, ля. Этих наемников нам повиноват. Принесите мне дар. Вы будете прокляты. Все просто. Все просто. Гордыня, да. Окей. Раз у тебя Battle.net стоит, требую. Ну блин, Diablo 3 скорее всего будет, парня. Я же говорю, я ее купил, я в нее начал играть, но у меня времени нет особо в нее играть. И я хочу, типа, может быть, ее... Я, короче, сейчас поиграю в Heroes of Storm. Если она мне зайдет, я, типа, планирую постримить ее с недельку, наверное. Легчайше забрали, лул. С недельку постримить, и там уже может быть другую игру. Может быть, Диабло недельку потом постримить. Заставьте этих наемников нам повиноваться. Да, гоу, запушим этих. Окей, понял. Спасибо за подписку, ребят. Дай бог здоровья новым фолловерам. Короче, если ход зайдет, и если будут новые зрители какие-нибудь интересные, нормальные ребята, то будут больше ходца в разы. Потом в Диабло поиграем, потом еще во что-нибудь поиграем. Ну, как обычно. Смайт единственное никуда не денется. Диабло на неделю немного. А это много, да? Я не знаю, я не шарю. Я начал играть, я только лича там убил, и все пока что. Чем-то ненормальные не угодили. Да надоели такие, как ты уже, ё-моё. Как тебе овер, пушка? Раньше очень много играл. И, возможно, овер тоже будет когда-нибудь по недельке. Я не знаю, если такой формат просто зайдет, то будет вот неделями будем вот так вот играть. Кайфовать, наслаждаться. Блять, как я в лес встану? Японский маг. Давай уже.
Давайте, парни, медина. Что-то у нас там парень зажестил. Уф. Уф. А чё, давайте этого убьем. Как там майковать забыл? Удаляю превьюшку. Не-не-не, даже не думаю. Я забаню, блин, тут же. Почему нельзя сейчас крипочка поставить? Еще по 10 героям шаром попади. Ну что, я сейчас попаду, конечно. Ему. Это легчайшая победа для нас, понимаешь? Меня убили один раз. Это самое главное. Почему на стриме какой-то странный смайт? Вот этого не знаю, кстати. Мы можем стать с вами стримерами по ходу чисто. Почему бы и нет? Я не знаю, просто, понимаешь, я еще не знаю в ходе комьюнити. Вообще не знаю, понятия не имею. Типа большое комьюнити в ходе, небольшое, типа хорошие парни, нет? Я устал от вашей возни. А что они там уже заканчивают? Они сдались? Неуязвимость. Но GGVP получается, как бы. Нормально? Нормально?